Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы заценим мои старые видеоролики. Да, мои старые видеоролики. Это все мои видеоролики старые, да. Это еще с моего первого канала. Как думаете, что заценим? Так, давайте, может, Скриликс Гинконг. Гинконг, Кинконг. 12 лайков. Ну да. Так себе. Ну-ка. История игрушек. А, Роборептор. 21 ноября. Ноября, блин. Ай, куча всякого кисни. Всякой кисни у меня здесь, бля. Ну чё ты загружаешься так долго? Короче, загрузилась наконец-то. Роборептор, я тоже хочу побывать на улице. Но, к сожалению, я не могу туда пойти, так как я могу умереть там. Там очень опасно. Пипец. Да, сэр, я это понимаю. Но там так... Вот вы послушайте, какой у меня голос, серьезно, послушайте. Вот сейчас сравните с моим голосом. Послушайте вот этот мой голос. Вообще, на самом деле, кажется, что ничего не изменилось, но на самом деле, блин, мне кажется, реально что-то изменилось в моем голосе. У меня такой же фактически Роборептор. Ну, только он голубой, но у меня такой же есть. Точнее. Это же мой канал. Ду-ду-ду-ду. Спасибо, сэр. Вот такая вот операторская работа. Ну, в принципе, сейчас я снимаю. Почему, вы спросите, я не снимаю из Мобизена? Не хочу снимать, потому что... Ну, просто потому что... я тут прогуливался. А что-то идет? Еще вот так вот, ребят. Вот, короче, вот так вот. А, кстати, сравните, вот сейчас, посмотрите на нас с Андреем, самую, очень давно. Всем хай, дорогие друзья, с вами снова я, Никита, сегодня со мной друг Андрей. Сегодня четверг. Вы сравните голос. Какой четверг? Пятница. Пятница, привет. 30-е. Посмотрите на его голос, послушайте. Пипец, реально, как, вот реально какой-то детский голос. Специально для вас сегодня И посмотрите на мой голос, послушайте мой голос. Ну, сегодня не новый, в принципе, но я решил снять видео на три игрушки, которые мне купили до Нового года, то есть сегодня мне его купили. Давайте начнем с самого маленького, по мне так самого классного. Это у нас... Угадайте, что? Это Орбизы. Да. Орбизы? Это Орбизы. Да, так, извиняюсь, случайно остановил видео. Ну вот Андрей, реально детский какой-то голос, как у пацана какого-то мелкого, прислушайтесь. Какой четверг, пятница. Пипец, вот реально детский голос. Младенца какого-то нахер. Тут такое вот, как это? Стоп. Сука. Козел. Законсервируй, жопу свою законсервируй. Законсервируй, блядь, ну, короче, пофиг. Вот так вот. У меня тут еще также есть видео «Я во втором доме». Здесь мне вроде бы уже 12 лет или 11. Это мое было последнее видео, кстати. Да. Кстати, ребят, давайте посмотрим, что нам пишет на комментарии на этот момент. Это мой старый друг, старый одноклассник, будешь участвовать в моем конкурсе. Тут еще «Монстр любовь», «Видеокласс». Вот этот, не знаю, подумаю, сколько это мне будет длиться конкурс. Давайте посмотрим, что вот под этим видео.
Шуточное видео, я пробрался в чужой дом. А, ну я знаю, что здесь. Здесь какая-то дура написала, типа то, что я дурак. Но я написал вот что. А ты кто, иди отсюда, мелкая петушара, которая срезала. Лишь куда знаю. Я агрессивен, если честно. Я с хейтерами не добряк. Ни в коем случае. Я с ними никогда по-доброму не был. А вот и мое видео. Битва продолжается. Уже 5 просмотров. И 1 дизлайк. Ай-яй-яй. Ладно, какой-то мудак просто поставил дизлайк. Но, наверное, этот мудак — это кот кто-то там. 2 дизлайка, я уже знаю от кого. Стрим Игорь Гренни. Хрень, что могу что сказать? Поддерживаю. Этот мудак мне писал нормальный комментарий. По стриму Игорь Гренни. Сейчас я ему даже покажу его. Короче, ребят, не нашел я почему-то ничего, что-то мне пишет. Ну, короче, вот... Короче, вот показываю специально вот в это видео стрим Игорь Гренни. Это последняя моя... мой стрим на сегодня. Так что можете туда заходить и... Тут только 2 тупых комментария, что-то... Вообще, на самом деле, у многих моих хейтеров нету вообще никаких видео. У них нету видео, а они как тупая школота, ну, кем они, конечно же, и являются, пишут мне хрень всякую. Хрень, что сказать, поддерживаю. Да. Ну, как говорится, эти чуваки просрали свои мозги. Так что, таких... Вот, блин, ребята, вот для чего все это? Оглянитесь, дебилизма и так полно везде. Для чего еще наполнять-то? Ну, короче, один тупой мудак и один тупой мудак. Ну, короче, 2 дебила — это сила.